Здравствуйте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Brotherhood. С вами, как всегда, Алькатрас, и вот в предыдущей серии мы бежали из Монтерри Джонни во время Эцо, в эпоху Эцо, вот так будет лучше. И, оказывается, Родриг Борджа послал своего сына Чезаро Борджа уничтожить дом, можно сказать, дом Эцо. И сейчас Эцио потерял сознание, мы вернулись в наше время, где мы тоже поехали в Монтерри Джонни. Как видите, оно все разрушено. Да, даже ковер, походу, здесь драный какой-то. Да. И вот сейчас нам надо найти другой проход в зал ассасинов. А этим нам поможет призрак Эцио, за которым мы сейчас будем должны бежать. Так, за нами бежит почему-то только Люси. Ну ладно. А, вот тут. За мной. Прыжок веры от нас хочет Эцио. Окей, будьте прыжок веры. Дезмонд, это было... круто. Как-то само собой вышло. Мы пройдем вот здесь. Блин. Молодец. Ну, значит, мы вас подождем, поработаем мишенями для врагов. Я бы не отказался. Так, и где мы сейчас будем? По туннелям шастать. Прекрасно. Не включается. А ты боишься темноты? Наконец-то я на свободе. Я предпочитаю развлекаться по-другому. Дай угадаю. Ложишься спать в 6 вечера? Что? Дезмонд! Я умею веселиться. Очень убедительно. Убедила. Ладно, ладно. Вот спасем мир, я тебе докажу. А можно мне расписку? Так. Есть свет. О, шикарно. Есть свет. Прям легче как-то стало. Ладно, бегом. Что это было? Ой. Я ничего не вижу. Так, они не должны эти глюки идти больше 30 секунд. А то нам покажется плохо. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Корете. Ну! Ух, это жестокая смерть. А он даже скелет они остался. Они прошли здесь. Что? Эцио и горожане. После нападения, теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто. Но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Люси даже, кстати, стало у него внешне приятнее, чем во второй части. Ладно, что нам тут надо сделать? Заело. Отлично. Я туда пролезу. Готов. Нормально. Ты сможешь поднять ворота? Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Я поищу обход. А вот интересно, она не могла с нами так вместе даже подняться? Она что же умеет? Ай, ну ладно. Так, здесь, походу, кто-то обедал раньше. Я могу здесь пролезть в нижний коридор. А летучие мыши? Где? Ну, мало ли, вдруг будут. Напомни мне не ставить тебя в дозор. Так, хорошо, походу, нам сюда. А вот и ты. Дезмонд? Снова призрак. Ой, блин. Я здесь. Не уходи далеко. Так, хорошо, что это у нас тут? Ага, вот сюда, наверное. Это! Опа. О, Клауди. Сетсо. Тебя не зашибло? Нет, мама не пострадала. Дезмонд, здесь не забраться. Может быть, ты меня подсадишь? Плохая идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Иди за мной. Ага, ну это мы знаем.
Может так? Что ты собираешь? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Да. Интересно, сколько этим тоннелям лет? Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Да. Я сказала Ребекке опустить анимус. Серьезно? Нет. Да, представьте, несколько сотен лет прошло. Махам, можно сказать, еще в хорошем состоянии. Ну, не скажу, что прям в хорошем, но более пригодном для проживания. Так, хорошо. Так, опять нам надо подняться наверх. Окей. Наверх? Готово. Так, хорошо, идем дальше. Ага, вот. Один из ассасинов. Когда я был здесь. Когда Эцио был здесь. Ну да, конечно, Эцио. Не нужно было тебя впутывать. Это неправильно. Но если серьезно, то, по крайней мере, я жив. И все благодаря тебе. Сосредоточься на своем пути. Так, хорошо? Думаю, нам эй, сюда. Сюда! Куда? А, вот лестница, не заметил. Так, ну давай, Эцио. Хорошо. Опа, опа. Ой. Так, где там Люси? Ладно, сейчас догонит. А, вот она. Так. Так, схеме Люси. С каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Готова? Это было близко. Тут переключатель. Давай, откроем дверь. Так, я знаю. Что-то открылось. Хорошо. Идем наверх. А, думаю, вот это нам она открыла. Я тут застряла, но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Эцио принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Так, это активировал это. А, зажмите. Хорошо. Есть, получилось! Если отпустить угол. А, нельзя уж. Впереди еще один рычаг. Иди сюда. А, как мне добраться-то? Нет, нет, нет. Да не. Топ. Нет, не то. Так, куда нам? Ну, я особо выбор не вижу, как вот так. Черт, как холодно! Хватит ныть! Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Ох, искупнулся, да, Эцио? Ох, хорошо. Как да? Я воняю. Ты преувеличиваешь. Так, что, тебе подойти надо? А, вот. Хорошо. Блин, там какие-то пузырьки идут под нее. Надеюсь, там никакого мозгового не чудовища забывай, нету. Ты живешь в этом времени. Да, да. Так, хорошо. Вот, колье. Прекрасно. Если мы упадем, на них будет очень весело. Хорошо. Готово? Давай. Давай, пробегай быстрее. А почему это тебе не пришлось мокнуть? Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Так, еще один подъем. Держу тебя. Спасибо. Эцио! Мы уже на другой стороне! Так, о! Бои вот шли тут. Все-таки кого-то достали люди Борджи. О. Вот мне интересно, а как они пробрались сюда, если Эцио запечатал вход? Непонятно. Прекрасно, мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься.
Хорошо. Готов. А вот что она задумала. Есть. Давай посмотрим. А мы как туда перебьемся? А я тут сдохну на потеху летучим мышам. Ага, вот для нас. Прыгай давай. Отлично. Вот облом для летучих мышей. Пока что да. Солдаты, так сказал. Я нашел вход. Так, опять галлюцинации. Так, не сюда, а вот сюда. А, вот как они попали внутрь. Они пробили здесь стену. А, ну это многое объясняет. Так, хорошо. Опа, опа. Так, напоим. Ты какой отцу? Дезмонд. Так, куда нам теперь? Сюда? Вот так, наверное. Так, поднимаемся наверх. Я тут подожду. Ну, конечно. Дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Вижу. Ха-ха, очень смешно. Давай, собирайся. Есть! Спасибо, Дезмонд. Всегда пожалуйста. Блин, еще никак не понял. В третьей части упростили немного это. Прыжки. Не надо больше нажимать на пробел, чтобы прыгнуть. А в этих частях так еще и осталось. Это. Так, куда нам? А, вон, вижу. Так, хорошо. Так. Теперь моя очередь сравнять счет. Не избежимся, приходили. Спасибо. Уже что-то. Так, хорошо. Давай, колдуй. Так. Что тут делать? Ладно. Ладно, сейчас все будет. Все будет. Мысы. Так, думаю, здесь надо куда-то спуститься. Ага. Так, идем прям. О, водопад. Ну не водопад, точнее. Ну ладно. Ну вы поняли. Давай, Дезмонд, подтягиваемся. Ну да, мы сюда. В принципе, дороги у нас больше нет никакой. Так, чуточку левее. Так, это. О, кажется, куда-то пришли. Ага, во, рычаг. И вверх. Хорошо. Спасибо. Мы классная команда. Да не говори вообще. Так, опять тебя подкинуть нужно. Вот смешно было бы, если она грохнулась вниз. Идем, Дезмонд, идем. Блин, нам еще долго подниматься. Я вижу святилище. А, о, все. Добрались. Да, вот и Альтаир, ну его памятник, точнее. Так, Эдсо, зачем ты возвращался сюда? Только зачем? Похоже, Эдсо вернулся сюда после нападения. Но зачем? Дезмонд! Давай откроем дверь. А мы там уединиться, а они пусть ждут. Ну ладно. Не будем портить атмосферу. Так, хорошо, как я помню, где-то должен быть будет штырин вход. Так, его сейчас нет. Ну ладно. Хотя от него. А вон. Так. 14... Тут что-то есть. 14-19, 14-20, 14-21. Ты можешь открыть этот чертов шкаф?
Пожалуйста. У вас получилось? Наконец-то, черт побери. Что это? Кажется, это оставил Эцио. Тут внизу числа. А что на голове у Эшона? 14-19. Интересно. 14-20. И 14-21. Может, приляжешь ненадолго? Нет, нет, все нормально. Ого, строили на века. Следов структурных повреждений нет, сотовые тоже не ловят. Здесь должно быть безопасно. Поставим анимус тут. Шикарно. Так зачем я вернулся обратно сюда? Еще одна тайна. Так, здесь все в порядке. Шон, спрячь фургон в городе. И не приведи хвост. Что? Что это за вонь? Моя одежда. Ты что, плавал по канализации? Это все из-за Люси. Нам понадобится электричество. Можно подключиться к местной линии, но у нее мощность маленькая. А, ну да, конечно, да. А больше вам ничего не нужно? Не желаете ли икры? Может, связать вам красивые шапочки? Нет? Ладно, за мной. Да, Шон еще та заноза в жопе. Ну давай, иди, Шон. А то мы не умеем перезаряжать батарейки и что там еще. Что нам еще за миссии дадут, кроме давайте поменяем батарейки и все такое. Так, секунду. Продолжаем. Так, ну что, Шон, объясняй. Сразу начинай искать распределители в Монтериджоне. У Ребекки есть штуки, которые направят ток в линию, проходящую под виллой. Не спрашивай меня, как они работают. Если бы я знал, меня не посылали бы прятать фургон. Так, хорошо, удерживаем и глянем. Так, хорошо. Сколько нам таких штук еще надо найти? Еще ты. Ладно, пошли поищем. Так, надо выбраться, начали отсюда. Все хорошо. Так, вспоминаем, где они находятся. А, стоп. Даглина Зейн нам поможет. Это было бы очень здорово, если оно нам помогло. А, вот, нашли один. Шикарно. Да, но это... Вот я обожал такие моменты, когда там какие-то люди прячутся от каких-то людей в каком-то заброшенном давно месте. Куда бы они ни подумали идти. Вот это офигенно. Конечно же. Так, второй ищем. Стоп. Не показалось или... Не, показалось. Так, где ты еще может находиться? Где ты еще находишься-то? А, вот еще одна. Хорошо. Так, еще одна остается. Хорошо. Где ты тут? А, вон. Вижу. Что, машины тут? Мотоцикл даже, Так, все готово. Всё, можно подключаться к анимус, как я понимаю, и возвращаться к воспоминаниям Эдсо. Я вернулся. Ты как раз вовремя. Есть! Все подключено. Начинаем. Скучали по мне? Нет? Кто-нибудь? А, ты фугоша, Пэппл. Я же с вами разговариваю, Тебя вообще забыли. Трудоголики. Начинаем. Ну и ладно, значит, что давайте закончим тогда на этом эту серию. В следующий отправимся в анимус, к Эдсо обратно и выясним, что с ним случилось после того, как он потерял сознание. Ночью, на коне.
Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего. Пока.